Всем привет, Влад и... Костя! Ну что ж, ребят, сегодня у нас будет очередной новый челлендж в B2RC на сервере Лихопиксели. И мы сегодня будем не защищать кровать. То есть мы не должны защищать кровать. Самое главное нам выжить, то есть не защищая кровать. Ну и давайте начнем. Зомби апокалипс. Чуваки, рекомендую подписаться на канал Геймерс, ведь там очень классное оформление канала, очень классные видео, классные превьюшки и так далее. Ссылка в описании, переходи и подписывайся. Ну что ж, вот наша первая катка началась, и, ну ты понял, да, мы сейчас должны сразу рашить, чтобы над нас не дошли люди. Смотри, серые уничтожены уже, нормально, уже плюс шансы. Смотри, случайно не задефли. А, я упал, строимся к соседям. Давай, быстрее, все, быстрее, у них там кровать. Чувак, быстрее! Ломаем. Так, изи. Так, на нас сейчас будет строиться, чувак, на нас сейчас. Иди на нашу базу. Чувак, ты куда пошел? Чувак, на нас сейчас строиться будут. Так, сейчас я голубых буду рашить. Чувак. Так, я пока... Меня скинул желтый внезапно, ты как? Идем, да-да-да, на синих, давай. На нас желтый сейчас будет идти, нет? Не будет? Тих, я его просто вижу. Он на нас желтый идет, Иду охранять. Так. Неудачник, он просто тупо залагал и упал. А у голубых кровать ломали, я так понимаю, или нет? Здорово, чувак. Идут. Давай, ставь. Тинти внезапно поставь. Тинти, поставь. Дорогу закрой, тинти, давай. Капец, чувак. Хана. Хана. Меня убили. Ну вот и началась наша вторая катка, и мы уже ждем долго этой второй катки. Мало игроков почему-то было. Блин, я случайно меч купил, нормально. А мы, кстати, зеленые, это хорошо уже. Ну что, строимся, да? Соседи желтые, угу, я понял. Чувак, иди за мной, подстрахуй меня. Стой. У них, смотри, у них защита. Возьми топор и... Да. Кирка хорошего уровня. И топор. Топор не надо. А, я их убиваю. Хорошо. Давай. Зарашил. Минус один. А второго я еще не убил. Идет еще один. В смысле? Убил? Убил. Идем на бирюзовых, у них кровать защита слабая. Сейчас я закуплюсь. Вот это. Стой, не раз сам. Неудачник! Ха! Упал еще один. Зарашен. Все. Я не мог бить из-за того, что они заспавнились. Окей, в общем, уже все идет. Уже идет по плану, да, все. Так, я уже сейчас буду закупаться. Броню себе куплю. Так. Наш скин нубика это плохой. Нубики это тащат. Это плохая вещь. Нет. Я с этим скином пвпхаться не могу. В смысле? Ты о чем? Давай на синих пойдем. У меня удары не проходят. Покупай тинти. Тинти покупай сразу. Тинти. Меня хватает. Синих сломали. Синих уже сломали. Может быть, не надо даже. Ты там достраивайся. Я сейчас себе закуплюсь. Там закуплюсь себе полностью. Докуплю. Давай. Ты куда? Я хотел туда именно. На пол. Чувак, надо на синих. Блин! Давай. Ты там строишься? Нормально? Убил? Да, я умер. Так, рашим. Убил, все, зарашил. Сделал финальное убийство. И у него капец много было. Капец ресурсов много у него. Я пока что это отложу. Я нам сейчас прокачаю. Серый. Серого убил. Один серый в минус ушел. Ну, меня убили. Березовые нападают, смотри. Березовые? Да ну. Тихо. Вот закупайся. Идут. На нас еще и серый. Ой, все, хана. Верь в себя. Много блоков. Давай. Чувак, покупай много блоков. Изи, минус один. Тихо, я ему ловушку хочу сделать. Ну ладно, не буду. А, он нам сломал, оказывается. Помогай! Блин! Убил, я перед все, собой убил. Блок. Не надо, спасибо за помощь, но не надо. Что-то как-то сложно все это обошлось немного. Я съем один гэппер пока что. Я куплю тинти как раз надо. Я сейчас серых буду рашить, серых. Сейчас я попробую... Ага, у них база интересная, чувак. У них прям интересно все застроено. Подойти внезапно и поставить тинти. Сломал! Тихо, не вижу, ни хрена не вижу. Но я сломал серых, чувак, серых сломал уже. У тебя как дела идут?
У меня все плохо. У нас не идут никто? Нету, никого. Так серые идут через красных, я так понимаю, да? Сейчас я добью одного. Тихо, тихо, второй тоже идет. А это тупо нубик, это тупо нубик. Тихо, тихо, тихо. Это нубик, что здесь сказать? Еще один идет, еще один. Яблоко съел, все наготове. Вижу. Смотрите, одного вижу. Я еще прокачаю нам меч. Так. И убил? Да. А нет, не убил. Не-не-не, убил все. Ух, ни хрена, у них там защитка, чувак. У них там прям вообще прям четко застроили. Они форт строят. Смотри, какой план. Я иду сверху, Раш, окей? Давай я к нему через зад иду. Контратака. Давай, давай, ты охраняй, ты его убивай. Давай, убивай его. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, ты красава пока что. Бил, я его сейчас зарашу. Давай быстрее, Лана. Убил. Минус один. Изи. 9 киллов, чуваки. Это тупо один. Изи. Ну вот, ребята, вот началась наша третья катка. Я дико извиняюсь перед вами, ребят, за то, что я не выпускал видео. Чувак, ну настроится, он настроится. Тихо-тихо, я сейчас хочу подпрыгнуть к нему. Он там нуб-бриджинг настроится. Самый натуральный нуб-бриджинг. Ай-яй-яй, хана-хана. Все, меня убили. Ты идешь на них, чувак? Я убил одного, и меня убили. Одного вроде скинул, чувак, берегись. На нас идут, на нас снова идут. Блин, один вообще с плащом круто играет. Я знаю. Тоже знаю. Идут. Я так, минус один. Чувак, давай идем на них. Иду. Меня не скинули. В общем, такой план, идем вместе, понял? Ты опять уже на них пошел, да? Да. На нас уже идут? Чувак, на нас идут! На нас идут! Чувак! Дефаю. Идут! Здесь надо, знаешь, вот когда тебя вот тут пытаются скинуть, надо под специальной тактики идти. Да как он у меня? Он подумал, что меня скинул. Но меня все-таки убили. Ну блин, ну давай налево. В общем, такой план. Уходим на центр и валим отсюда, понял? У тебя блоки есть? Так. Синий. Так, давай. Охраняй. Осторожно там, бери. Блоки. Все, валим. Как-то все не по плану пошло. Да хватит мне пойти застраивать. Хватит путь застраивать. Наверх идем. Зачем мы тут бегаем? Сюда, за мной. Сюда, лутаем. Так, голубой. Давай на него. Как он везучий. Валим. Все равно валим. Сейчас залутаю, чувак. Давай, последний. Давай. Будет она там? Не будет. Лол. Подстрахуй меня, ладно, я тут побуду. Там зеленый. Так. Не идем. У нас будет двойная зеленый алмазка. У нас у двоих будет алмазка, чувак. Ну, правда, можно купить, конечно, зелье, а у тебя будет жилет. Пошли, надо искать базу заброшенную. Давай, я на F5. Давай на белый. Давай. Так, я тебе даю, на, держи, раз, два. Бронь, покупаем алмазку. Так, на нас идут. Покупай гэппл. Держи. Блин. Нет. Держи один. Не идут на нас. Тихо. Стой, дай мне на блоки, у меня все-таки блоков нет. Аккуратно, нас самое главное, чтобы не скинули. Ну что, ты готов? Так, я сейчас куплю, погоди. А, нет, он один остался, чувак, мы его можем тупо добить. Идем. Тинти, у них тинти, чувак. Тихо, фаербол, валим. Фаербол. Тихо. Аккуратно строись, аккуратно. Идем. Он смотрит на тебя, Идем. О, фаербол. Нет. Давай спасай, чувак! Спасай!
Да блин! Ну вот почему ты валишь? Ну у него же все-таки железка, ну капец. Давай, 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 давай. Красава. Красава, давай. Советую тебе сейчас пойти на центр, видишь, тут блоки зеленые, да? Чувак, чувак, смотри. Кость. Зеленый, да, красава. Он жив, он жив, он жив. Тот чел жив, красава. Тебе осталось синих зараж, то есть иди на центр. Вот там синий один, там синий один, там синий один. Он к тебе идет, чувак, к тебе синий идет. Да не надо так, он тебя скинет. Бей-бей-бей-бей-бей, давай, красава, давай, иди на центр быстрее. Синий находится прям соседи, прям соседи. Синие соседи. Иди на центр, надо на центре купить тебе зельки. Иди наверх, кто один? Он туда пошел, пока. У него железка, он к тебе хочет. Он к тебе бежит, он к тебе пытается бежать. Так-так-так, готовься, готовься, чувак, встань за деревом. Иди сюда. И че он творит? Отходи. Вали, вали. А хотя нет, может не вали. Давай, давай. Чувак, нет, давай, 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 добей его, добей! Не-не-не, давай, давай, живи, 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 чувак, Костя! Да блин! Ну вот, ребята, и подъехала наша финальная каточка, и надеюсь, мы ее затащим, да, Костя? Да. Все, минус уже синий, так что это уже все, плюс победа. Давай я, надо вверх простоится. Давай, 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 быстрее, давай, давай, Костя, давай. Все, минус. Не надо. Клутаемся и валим обратно. Наши там соседи уже застроились хорошо, так что давай-ка. О, они, кстати, строятся, они рашат пошли. Поможем немножечко с рашем, давай. Их зарашим. Так, я покупаю себе кирочку. И, кстати, броня, все, плюс железка у меня сейчас будет. Ага, погнали. Давай я. Я заодно через залом. Ты подстрахуй меня, давай. Так, у нас хорошо сюда. Так, все хорошо. У тебя есть динамит. Нет, нету. Давай, 35. Я готов, давай, прыгаем. Изи. Тебе нужна железка? А, у тебя есть уже. Смотри, что делаем. Идем на березовые. Березовых нету. Давай, пошли туда. В общем, иди на соседнюю базу, которую они строились. Давай, я тебя жду. Смотри, они там себе проход делают снизу, чувак. Там желтые себе проход делают вниз. Бежали с Бэдварса вниз, чувак. Давай, беги, я тебя жду. Давай-ка строимся, достраиваемся до алмазов. О, там вода. Смотри, они сейчас строить будут. Да я понял. Так, я залутаю алмазы и валим обратно. Валим. Нет! Я говорил! Ну ты вечно все не слушаешь. Я строюсь, чувак, я строюсь. Ну ты понимаешь. Так, я к тебе сейчас приду. Я тоже упал! Погнали к ним, погнали. Прокачай тогда меч. Да, я как раз хотел. Ух ты, стой, куда ты пошел? Ну ты опять! Желтые у нас, как всегда, ныкаются. Да? Ой, все, чувак. Пошли, я так и знал, Посмотрел на красное и все. У нас уже зарашено. Окей, нам сейчас надо очень красиво их зарашить. Тихо. Я кидаю. Файербол. Тихо, давай. Давай, два. Не. Готов, давай, прыгай. Да блин, меня почти скинули. О, как сейчас было страшно, чувак. Я сейчас прокачаю кирку, потому что кирка... Тебе нужно 4 алмаза. Да, кстати, надо. На 8 нам надо, да, оттуда. Там красный, чувак, там красный! Красная команда вот там. Давай-ка прокачиваем защиту. Так, покупаем сразу еще ТНТ, больше ТНТ, точнее. Красный, да, у нас остались. Вот он там один красный, чувак. Они что-то тихо стоят, у них фаерболы есть. Тихо, аккуратно, я наготове. Давай, поднимайся, скорее поднимайся. Это важно. Они на левой базе. Чувак. Минус один. О, сзади, смотри, алмазник. Давай, я готов, давай сюда иди. А, ну ладно. Валим, на них валим быстрее. Гэппл быстрее покупай. Так, фаербол. Стой, фаербол. Блин, промазал. Чувак, жри яблоко, срочно. Он тебя сейчас скинуть может. Тихо. О! Сзади. Один МВП плюс, а другой ВИП. Окей. Ну что ж, вам, надеюсь, понравилось это видео. И да, кстати, вот последние две катки у нас очень эпично получились, потому что мы в них почти выиграли. В общем, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свой крутой комментарий. С вами был Владон3001 и... Костя! Всем пока!
Mm-hmm.